поменяли новый воблер, пластмасску шумящая. Будем пытаться. Пока ничего. Пытался и троллил, и на наживку. Что-то вообще ничего. Не везет. Что-то поймалось. Что это у нас маленькое такое? Ну, наконец-то. Что это у нас? Вот он, маленький брим. Нелегальный. Так. Ну, его, в принципе, можно так вытащить. Подсака не нужен, я его с собой не брал. Вот так вот. В размерах 25 сантиметров. Этот однозначно намного меньше. Так что пойдет прим гулять дальше, расти. Сейчас я посмотрю приблизительно хотя бы, какой у него размер. Ох, колючая собака. Хрюкай. Ну, давайте я быстро замерю и отпущу. Честное слово. 22. Идет гулять. Иди. Все, нормально, ушел. Первый брим. Зато зацепился за полотенце всеми крючками. Ладно, распутаюсь, потом включусь заново. Поехали дальше. Пока распутал, блин, отплыл довольно-таки далеко. Так, камера настроена. Самое главное. Поехали, как называю, дальше дрочить. А больше никак это не назовешь. На наживку не берет, на пустые крючки берет. Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе и рыбалка. На пустые крючки. Может, я неправильную технику употребляю для ловли рыбы. Надо просто пустые крючки бросать. 22 сантиметра. Еще 3, и был бы легальный ужин. Легальный ужин. Ладно, включусь, если что-нибудь еще будет. Нет. Получается, вот так вот по чуть-чуть набиваем опыт, набиваем руку. Ведь я никогда не занимался такой ловлей на речке. Что-то новое, новые просторы для меня. Так что, ребята, особо не серчайте. Но я пытаюсь. Что-то делает. Ну, это что-то лучше. Тянет поживее. Вот. Тоже брим. Надеюсь, записывает. Записывает. Вот он тоже еще один. Малыш. Тоже. Маленький. Маленький. Отпускаем. Welcome to Australia. Мы здесь всех малышей отпускаем. Вот он. Сколько? 21. Иди, гуляй. Все, ушел. Номер 2 рыба. Сейчас попью воды. Ой, у меня такой вот водяной бачок. И пойдем дальше. Надо ближе к берегу. Не, здесь будем. Где поймали, здесь и будем. Пошли. Хотя бы 1,25 сантиметров. На ужин и домой. А, кстати, кто там садовники, которые здесь с Брисбена, 30 сантиметров насчет кефали. Океаническая кефаль должна быть 30 сантиметров. Речная черная кефаль, нету размера и лимита. Это для садоводов-любителей. Кэрон, большой привет.
А так рыбу, которую не доросла, я всегда освобождаю андесайз. И всегда максимум 1-2 рыбки. И я больше не беру. Мне этого достаточно. Надо брать столько, сколько на один раз, и все, поесть. Для меня река, океан – это один большой холодильник. Пускай лучше рыба здесь будет, чем у меня в морозилке. Так лишний раз можно будет сюда прийти и, не знаю, отдохнуть, порыбалить. Ладно, продолжаем дальше. Номер 2. Сейчас будем пытаться номер 3 и 26, хотя бы 25 сантиметров. Вот, посмотрите, сколько рыбы. Это вот слой, как бы плотным слоем наживка идет. Мелкая рыбка. Вот, вот это вот маленькие такие полоски, это вот мои эти сабики, на которые я пытаюсь ловить. Ой, нелегкая эта работа — тянуть бегемота с болота. Еще глубже пошли. Ну все, австралийская рыбалка. Нажарился на солнце. Время уже полдень, за полдень. Да, полдень. 2 штуки поймал. 2. Солнце жарит конкретно. Но эти 2 штуки были меньше, чем положено размером. Так что они гуляют, растут. Поймаем в следующий раз. Самое главное, по чуть-чуть, как я уже сказал, мы набираем опыт. Experience рыбака. Ладно, ребят, погнал я домой, потому что я уже весь горю. У меня все горит, даже под рубашкой вся спина сгорела. До следующего раза, надеюсь, нравится. Подписывайтесь на канал, поддерживайте меня. Хотя я никогда не прошу, чтобы подписывались. И не буду просить, наверное, больше. Какая разница, подписывайтесь, не подписывайтесь. Самое главное, что нравится, я вижу ваши лайки. Все, ребят, пока. А на экране видите, пусто. Вот. Выросла капуста. Сейчас верхняя кромка прилива. Начнется скоро отлив. Вот. Но я лучше пойду домашними делами заниматься. Ну, походу, я еще проверю пару там нычек. Если не будет ничего лишнего видео, ничего вставок после этого, значит, ничего. Так, до следующего раза. Пока. Как я рад, что у меня Yamaha. Он с Меркурием мучается назад. Только запустил и уже обратно. Не успел я собраться, он уже обратно приехал. С движком проблемы, сказал. Но я снимать не буду. Зачем снимать? Зачем ехидничать над другими людьми? Yamaha рулит.